Не верится, что я стал выпускником. Среди вас есть человек, которого я обязан поблагодарить. Она сейчас испугалась, покраснела, в общем, скромничает. Представьте, что в вашей жизни есть та, что лечит вас от простуды и прививает любовь к праву. Она ждет вас после экзамена с градусником, чтобы срочно измерить вам температуру. Любимая,